Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Сейчас пробую самозапит через солнечную панель. И батарейка, вот видите, батарейка дерьмовая, кстати, о батарейках, ребята. Вот эти сказки, что можно разбирать старые ноутбуки и делать батарейки с них, это я опроверг. Батарейки, видите, дерьмовые, поэтому самозапит получился, но лампочки горят, видите, слабо. Как только прибудут батарейки, хорошие, новые я заказал, никак не придут, 50 штук. Попробуем поярче. Тут, видите, система какая. Значит, с батарейки идет питание на лампочку, на лампочке 6 штук. А уже с панели идет питание опять на батарейку обратно, то есть возвращается ток, возвратный ток. Вот. Тут оно работает, как я говорил, помните, говорили, что самозапит на ротовертере там не получается, потому что это одна цепь, а тут разделение, видите, то, что я разделял, допустим, с помощью реле вот этого, с помощью реле, Амрон. А тут разделение без всяких реле, тут разделение через воздух, так как панелька, значит, не в цепи с лампочками. Она разделяется через воздух, то есть вот расстояние, лампочки светят на эту панельку, вот. И панелька вырабатывает ток и обратно в батарейку, то есть закольцованный самозапит, ну слабовато, ну... На первое время-то и ладно, придут батарейки, попробуем сделать, чтобы ярко это горело все. Вот тогда будет уже действительно самозапит на 5. Сейчас самозапит так, на троечку, но все равно самозапит. Спасибо всем за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и верить, что все будет хорошо и мы победим.